Сегодня в нашей стране отмечают День славянской письменности и культуры. Он посвящен памяти о святых братьев Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян. В Чебоксарах, как и во многих городах России, праздник отметили выступлением сводного детского хора на Красной площади. От Владивостока до Калининграда сегодня по всей России одновременно стартовали праздничные концерты, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Конечно, столица Чувашии не стала исключением. За моей спиной около 600 юных вокалистов исполняют великие произведения. Я, ты, он, она, вместе целая страна. Под таким девизом сегодня прошли концерты по всей России. Основной идеей праздника в этом году стала тема духовного единства, сплочения славянских народов и сохранения великого культурного наследия. Будущее России, будущее Чувашии в ваших руках, уважаемые и дорогие дети. От вашего воспитания, от того, как вы правильно будете ценить и справедливо будете ценить наши традиции, народные традиции, семейные ценности, духовно-нравственные ценности, зависит, насколько ваша мощная, созидательная, добрая сила будет толкать только на добрые дела. Песни Шаинского, Островского, Глинки прозвучали в исполнении юных жителей Чувашии под аккомпанемент Чувашской симфонической капеллы. Ребята специально выучили концерту около 10 композиций, исполнили и главную песню страны – гимн России. Песня, которую мы поем, это гимн России, потому что она показывает, какая наша страна, она красивая, сильная страна. Петь в хоре занятие не из легких. Здесь очень важно слушать и слышать друг друга, чтобы песня хорошо звучала. А когда одновременно поют 600 ребят, задача усложняется. Но наши вокалисты с ней, безусловно, справились. Таким большим составом было очень сложно петь, потому что нужно было слушать каждого, чтобы мы сливались в один голос. Мне сегодня очень понравилось выступать, пришло много зрителей. Как оказалось, среди вокалистов есть и ученики музыкальных школ, и просто любители. Каждый из них захотел стать участником такого большого хора. Я не учусь в музыкальной школе, но очень люблю петь, и мне очень все понравилось. Это была моя мечта. Я мечтала петь в таком большом хоре Чувашии с детства. Выступление хора пролетело очень быстро. И если кто-то не смог вживую услышать любимые с детства песни, не стоит расстраиваться. Детский сводный хор порадует служителей Чувашии в День Республики. Женина, Игорь Зверев, Республика.